Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Nissan Murano 2010 года выпуска. Двигатель 3.5, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 110 тысяч. Решил масло. Поднимаю и увидел подтек масла. Сейчас покажу, где. Вот здесь. С угла капать не капает, но угол маслянистый. Здесь за локером находится радиатор охлаждения вариатора. Я думаю, что на соединении где-то стало что-то подтекать. Сейчас подниму автомобиль, сниму локер, сниму колесо и сниму вот этот пыльник. И посмотрим, что там случилось. Поднимаем. Снял колесо. Снимаем вот эти клипсы. Вот оно, маслянистое пятно, оно растекается, судя по всему, по шлангам. Ну и также снимаю все клипсы, я локер хочу. Снять и отодвинуть. Посмотрим, может быть, полностью снимать не будем. Клипсы грязью забиты, раскрываются плохо, почистим их и смажем силиконом. Так, ну я думаю, что здесь, наверное, достаточно. Также у нас снизу здесь есть, у нас крепится торксом Т20. Полностью можно не снимать, вот так вот сняли, отодвинули. Вот откуда у нас бежит, вернее у меня здесь соединение, поддатчик и оба шланга потеют. Снимаю, чищу. И ставлю дополнительно хомуты. Взял шланг. С одной стороны болтом на 8 заткнул отверстие. С другой стороны, сейчас сняв этот шланг, тоже так же болтом заткну. Хотя восьмерка маленькая. Наверное, надо десятку взять.
поставил снизу тазик. Масло все равно немножко у нас подбежит. Окислился алюминий, окислился от времени. И оба шланга бежать начали. Посмотрел, ни здесь, ни сверху, ни сзади нету, вот именно вот в этом месте. Может быть, еще дорожная грязь. А, вон оно где. Вот оно. Трещина на трубке. Трещина на трубке. И что, и сверху у нас трещина, что ли? Это не есть хорошо. Все полностью окислилось. И масло не бежит. Это хорошо. Вот она, трещина. Ее четко видно, вот почистил, ее вообще отлично видно. А что, у меня такого, этого нету нового. Выход сейчас один только. Одеть дальше шланг. А потом уже заказывать и менять вот этот квадрат. Я не знаю, там какой-то клапан редукционный. Надо посмотреть, для чего эта штука нужна. Что я так коррозию съел, это непонятно. Также чистим эту коррозию в шланге. Берем отвертку, тряпку наматываем. Беру дополнительно хомут.
И одеваем еще один хомут. Одеваем шланг. Так, ну вот так вот, вторую сторону точно так же делаем. Все окислено. Здесь тоже вот она практически переедена, но почему так алюминий съела? Также второй хомут добавлю. Развернуть его. Thank you.
проверяю. Посмотрим, насколько это будет ее держать, как она будет мокнуть. Посмотрю, сколько стоит этот клапан. И если что, закажу его, поменяю. Ставим на место локер. Я, как и говорил, маленько их расшевеливаем, клипсы, и с обратной стороны сюда и сюда брызгаем силиконом, и они начинают двигаться нормально. Ну все, проверяем, смотрим, ставим колесо, и на этом мы закончили. Всего вам доброго.